есть вот такие два контейнера 21 и 23 литра. И я хочу вам показать, кто у меня в нем живет. У меня в этом контейнере жили эктерики. А в том, что рядом у меня жили раньше мои ретики. Но нет, все знают, у меня есть прекрасная пара малышек-радашек. Ну как малышек, уже такой, видите, улетенок хороший. Ему 4 месяца, вот-вот только было. И он сейчас примерно 8 сантиметров. Сейчас померим с этой стороны. Вот так примерно, ну. Ну так он примерно 7,5, даже немножко больше, чем 7,5 сантиметров. Этих улиток, которые были по 6 сантиметров, неделю назад я рассадила в 2 разных контейнера. Вот видно, вот таким вот он ко мне приехал. Сейчас я приближу. Вот такой вот. Давайте вот так вот делаем. Ага. И вот сюда вам подсуну эту ракушку маленькую. Вот чуть меньше. Вот так. Вот у меня ко мне приехало 4 таких улетенка. Я 2 продала. Отдала там одной девочке, которая очень сильно себе хотела маленьких улиток. Она себе хотела именно радашек. У нее это были первые. И я решила дать ей красивых, красивых улиток. У этих улиточек, помню, ну, кто на моем канале давно помнит, что у них не самые лучшие гены, у них родители примерно так где-то 8-9 сантиметров, то есть не больше. И я хочу, чтобы вот мои малышки переросли этот размер. И я решила, так как они у меня же стали половозрелыми, у них вот здесь вот появилась эта точечка, то есть это половой орган. Я их решила, приняла решение такое сложное для меня, расселить в 2 контейнера. У меня сейчас есть там ретики, есть фулики, которым мало места в их контейнерах. Их бы я могла как бы там, ну, расселить немного в другие, чтобы им было больше места. Но я решила все-таки этих улиток оставить для нашего эксперимента, для разведения, для оставления потомства. Вот. И решила, что все-таки будет лучше так. Кто хочет себе приобрести предбаты на гарній українській мові этих улиток, то, конечно же, можете мне писать в описании. У меня есть ссылка на нашу прекрасную группу в Вайбере по Украине. Называется Ули. Заходите по ссылке и будьте нашим участником. Можно делиться своими YouTube-каналами. Что у вас там есть, можно выкладывать своих улиток, можно разговаривать про улиток. Вы их намного легче продадите, своих улиток, и сможете себе купить еще каких-то там улиточек, взять с хороших рук, с хорошими генами, с хорошими такими, как бы сказать, ну, владельцами, что у них будет прекрасная, чудесная ракушка. Этот улетенок живет в контейнере на 23 литра. У него здесь есть вот мел есть, ой, извиняюсь, вот мох, тарелка, я им еще крапиву уложила, так как это природный кальций. Сейчас этот контейнер уберу, а это вам подвину. В этом контейнере 21 литр у меня жили когда-то ретики, я их ретиков забрала, я их брала сестре, они у нее живут в 60 литрах. Вот, а себе ставила контейнер. У него здесь есть цепи, он ее уже прекрасно так погрыз. И вот второй улетенок. Тот у нас 7,5, даже немного больше, чем 7,5. Сейчас смотрим на размер этого. Ракушка у них без единого шрама. Это просто моя гордость. Но этот чуть меньше. Вот так эти берем. Это также 7,5. Смотрите, вот просто прекрасная ракушка. Такой ракушки, как говорю, у моих этих улиток нету ни у кого. Вот так. Все так вот, смотрите, он уже мне почти на всю ручку. Вот такой вот малыш. Я их брала совсем-совсем вот такими крохами. Ну давай, ты пойдешь спать, мы тебе не будем мешать, да, мои сладкие? Сейчас думаю, пока я у них мох приберу. Ну как приберу, я мох не часто меняю. У меня вчера я докладывала своим сутиком, потому что или они его кушают, или я его как-то слишком много выбрасываю.
Но у них мха было вот, ну, на сути, как всех, примерно вот так вот. Я им еще, конечно же, доложила. Здесь у меня одна улитка живет в таком изобилии мха, может, чтобы закопаться и тут, и там, где угодно она хочет закопаться, она может закопаться. Ой, красавчик. Я еще отдам ретиков своих, отдам, перепродам, не знаю, как это называется правильно. И положу ему сюда также кусок мела. И, возможно, в скором будущем я себе куплю 2 килограмма пищевого мела и буду давать своим улиткам. Это у меня очень давно в планах, но как-то пока что у меня не свершилось реализовать это. Подписывайтесь на мой канал. Той, хто з України мене зараз зрозуміє, зможе собі замовити будь-якого равлика. Всім большое спасибо за просмотр. Смотрите другие мои видео. У нас уже 450 подписчиков. Спасибо большое вам, ребята. Спасибо, 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 спасибо. Всех люблю, всех ценю. Заходите в нашу группу Ули. Всем пока-пока.